кастингом. Мы заполнили анкеты, уже ждем где-то часа. Все классно будет. Я верю. Ну, прям может пройти, прям. Вот, говорят, пройду. По-любому. Вот, мы ждем уже часа 2-3, наверное, да? С 8 из 9, короче. Вот, надеюсь, я пройду и увидимся на ТНТ. Вот, в общем-то, мы не прошли, и я не знаю, какое у меня сейчас состояние, либо я зол, либо я расстроен, либо мне пофиг. Короче, что-то среднее. Саша, ты молодец, все об этом знают, что ты круто танцуешь под классную музыку. Да, вот почему-то музыка только моя нравится. Да. Нет, такая хореография побуду нет. Это большой опыт. Ну, показывает твой характер, силу твоего духа. Так что все хорошо. Тебя пожрем в маке, вообще ништяк будет. В общем-то, проходят и танцоры, и крутые, и не очень. Не проходят, соответственно, тоже. И крутые, и не очень. Там странная, не знаю, система. Поэтому ладно. Что сказать? Тут что? Ну, реку покажи, какая красивая река. Да я забыл, что я хотел сказать. Москва. Ну, в общем-то, да, мы идем по какому-то мосту. Вот такая штука здесь. Идем кушать. Потом еще пару дней гулять и домой. Есть какие-то планы, надеюсь, получится их осуществить. В общем-то, будем идти дальше. Кто не прошел, как я, не расстраивайтесь, идите дальше. А. Вот что-что, магазины мы пройти не можем. За шмотками, за шмотками. Мне идут очки. Мне нужна твоя одежда. Посмотри сюда. Какая штука. Почему уродом? Привет! Мы на Воробьевых горах. После Москвы, после центра, конечно, это вообще другой мир. Лес, птички поют, водичка тут везде вокруг, где-то там. Люди катаются на великах. Вообще класс. Я бы сюда приехал, покатался бы. Но, увы. Такие дела. Hey, you playing
Почему нет? Почему нет? Ты что, мне все нужны деньги? Я хочу мой инструмент. Тебе что, сюда бы на папины тачки вышли, блин? Непонятно, откуда я взялся, но с ней хуже кастрюляйся. Я хочу, а ты нет. Парк Горького, и, блин, ну, ребят, здесь классно вообще. Здесь очень классно, очень много молодежи играет музыку, кто-то танцует, кто-то катается. Прям атмосфера. Круто очень. Ну, вот тут ради таких моментов стоит любить Москву. Да. Не знаю, я вроде как и уже хочу домой, и вроде и не вроде хочу, нет. И не знаю, вот, я знаю, что на работу, только я прилетаю, сразу иду на работу, ну, ладно, еще вернемся. Небо все в звездах красивых лиц. Мы бесконечны, мы без границ. Пусть эти звуки управляют нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. Руки над головами. Музыка летит за нами. В аэропорт. Ха. Все, домой закончились каникулы. И едем дальше работать. Плавают нас до весны. Ну все, домой в аэропорт. Сейчас будем прощаться. Она в один терминал, я в другой. И теперь не знаю, когда увидимся. Какие дела? Увидимся по-любому. Возвращаюсь к работе. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, вам понравилось. Пока.